как олимпийский огонь не погас. Солнце статует в небе, как первый раз. Еще до старта далеко, далеко. Ребенок, наверное, мама всегда жалеет, когда ты видишь, сколько это, ну, сколько он тратит сил, времени, и как все тяжело дается, то, конечно, ты за него переживаешь. Одно дело, когда мама там привела на тренировку, вечером забрала, а когда ты видишь, ну, все трудности, все тяготы, все там, и травмы бывают иногда, и как бы устает сильно, еще нагрузка в школе, то, конечно, тебе жалко, но стараешься ему помочь. Как раз-таки недавно я делал элемент на кольцах, и меня оторвало, и я себе коленкой в нос. У меня был перелом со смещением, сейчас устанавливаюсь.